Собрались сегодня с Женьком и Серегой на рыбалку. Женек говорит, хочу обратно на то же место, где в прошлый раз ловил окуней, а я тягал густерку. Но мне, в принципе, все равно, куда ехать на реку. Я свое удовольствие везде получу. Неважно, есть крупная рыба, нет, без разницы. Есть ли она вообще. Всем привет, вы на канале Монах ТВ. Я их жду в гараже, пришел немного пораньше, чтобы вывесить рыбку, подсушиться. Вот такой вот шкаф для рыбы соорудил. Сетка москитная. Пришил вот на машинке на швейной молнию. Вот здесь сушится рыбка. Так по размеру, наверное, непонятно. Ну, камера еще отдаляет. А так, неплохая рыбёха. Ну чё? Привет. Привет. Здорово. Там вот, ну там вон рыбачит кто-то с лодки. Нет, это москита. А, это москита? Да, затончик. Мы, как обычно, в дебри забрались куда-то. Не знаю куда. Не знаю куда, ну. Не знаю, я-то здесь, конечно, бы уселся, может, но Серёге тут будет неудобно забрасывать. Вот правее немного мест. Ну, здесь, конечно, получше. О, здесь вообще шикардос. Красота! Да? Вообще отлично! И местечко ночью. Шикарное! Ну кто-то да, кто-то тыркает. На личинку. Я еще только одну удочку забросил. Сейчас хочу на червя попробовать. Мне кажется, это окунь. Теребанка? Да. Прилично. Не мелко. Смотри, на червяк тут долбит. Никто тут не надолбил. А черви целые. Кто это может быть? Угадайте с трех раз. Вот такой паук. Да ладно. Блин, пока тебя там слушал про паука, поклевка на червя. Загнул кто-то. Намёк понял. Первый окунь. Женек говорит, намек понял. Первую рыбку отпустим. Женек мне подогнал вот такой вот нож в коллекцию. Выкидуха. А я ему за нож дал вот такую монету серебряную. Что-то вроде и рыба есть какая-то. Ну, такого можно и взять, да, Серег? Можно, а что нет? Пацан. Нормальный. В общем, рассказываю. Остались мы на этом месте, в дебрях. И, короче, сейчас вот окунь, которого вытащил. Оказывается, у меня клюнул бычок на червя. И на этого бычка попался окунь.
Я у него этого бычка извлек изо рта и поставил вместо личинки. Тем более ее съели, она у меня была одна крупная. Кто-то на червя опять вот. Легонечко. Ну. Вроде кто-то тыркается. О, такой окунь нам не нужен. Если только на живца. А я удочку поплавочную на живца не взял. Ох ты! Вот это кто-то лупанул! Офигеть! Кто это там? Окунь какой-то, наверное. Голавль на червя влупил. Офигеть! Вот дает. Такой вот красавчик. Ну, все равно порадовал. Хоть и мелкий. Давай, зови маму, папу, бабушку, дедушку. Мимо моего садка он прошел. Ну, прикольно, голавлик. Хоть и не крупный, но прям порадовал меня. Я люблю поклевки голавлиные. Даже такой мелкий, прям достойный соперник. Отлично. Кто там, кто там? Кто-то там мелкий. О, бычок. Как раз хотел ту удочку проверить. Мне кажется, что там уже его сбили. Че, Серег, первая рыбеха? Есть. Отлично, плотва пошла. Серега начал душить плотву. Это кто? Точно подлещик. Хорошая плотва. О, отлично. Что-то есть у Сереги. Ох ты, у меня что клюет. А я на расслабоне сижу. Гостевая густера была? Нет, тогда была не густера. Это вообще подлещик у тебя. А, ну да, это подлещик. Это подлещик, а тогда была, не знаю, сорога огромная, красноперка ли. Ну, на видео потом посмотришь. Ух ты, ух ты. Иди, заходи. Ушла. Ушла? Ну, ё-моё. Ежевика начала появляться немножко. Ежевичка, конечно, огонь. Жаль, мало. А у Серёги вот сошла такая рыбёха. Блин, мне кажется, сегодня это был бы трофей. Ну, хотя... Не знаю. Возможно, мы трофей какого-нибудь другого поймаем. Петроган подул и клев начался. Но у меня там, наверное, кушок просто мелкий долбит. А, нет, плотвичка. Понял. Зацепил, что ли, эту. Может, стащила. Ну. Зацепил. Нет, ну рыба клюнула и стащила. Ну да.
густера зачетные. На червя. Еще меньше. Это Серег закормил. Густерище. Тихо. Сошла, что ли? Да. Хорошие густера. Вот мы такую берем сегодня. А мельче уже стараемся не брать. Хотя вначале брали. Здоровая? А, не особная. Ну ладно тогда. У меня тоже кто-то вон клюет. Сереге тут подлец вон залетел. На червя, да? Да. Пойдет. Может, к вечеру сейчас разойдется. Вот он. Да. Серегина радость. Тут кто еще не дает, блин, снять? Ну. Густерина. Ну, густера-то зачетная, конечно. У Сереги что-то хорошее. Ух ты, ух ты. Ну вот, посмотрите, кто это. Самячья морда. На такой крючочек, на маленький. На фидер, Серега. Ну, короче, вот такой вот трофей на фидер. Поздравляю тебя. Это вообще Серегин первый сомик. Ну, вот. Где-то 100 кило, может быть. 200 кило такой. И, короче, мы его благополучно отпустим подрастать. Блин, ну прикольно все равно. Есть вероятность, что Валерик там. Давай, иди, зови кого-нибудь покрупнее нам. Есть вероятность, что Валерик сегодня отловится. Так что ждем, может быть... Если успеет. Такая вот красотища на реке. Огонь. Женек летит. Давай рыбой хвались. Вот женьковский улов. Сегодня не больно. Не крупные, ну, относительно. Пойдет. Ну, Серега, у тебя поклевка или ты это задел? Петерлюшка. Стартер, это отдельный стартер. Хотел помыть. А мы сначала думали лещ, а сюда ближе подтащили сомик. Был отпущен подрастать, так что ищи родителей, бабушку, дедушку. Женек причалил к берегу, будем собираться домой. Мне сегодня лично очень понравилась рыбалка, вот это место даже больше... чем прошлое место. Клевало густера хорошая, редко поклевки на червя, но в основном такая нормальная. Были, конечно, мелочь, всякие там и окуни, и густера тоже, сторожка, но не так много, как на том месте. В общем, мне больше здесь нравится. Женьку тоже больше понравилось здесь. Не знаю, как Сереге. О, ну чё, как? Моще, нахе. Нахе, пойдёт. Щука хе называется. Нормальная, проходная. Серег тоже вот улов свой достал. О! Да. Пойдет. Аж пойдет. Ну там он и мой. Ну там совсем немного. А вот и мой улов. Огонь! Ну а вы подписывайтесь на мои каналы на Ютубе, на Яндекс.Дзене. Будет много всего интересного. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!